практически рядом с домом обнаружил вот такой интересный гриб веселка. Вчера было 3 вот таких яйца. Одно я вскрыл, чтобы убедиться, что это он. Сегодня уже один из них вот так раскрылся. Вот такой здоровенный стал. Потом еще думаю, да рядом еще посмотрю. А тут бац, еще одно. И уже 2 уже вообще прям здоровенных. Вот он. Мух огромное количество. Вот еще один. Вот еще один. А вон еще 2. Ёлки-палки. Вот еще 2 такие старые. Вот еще один валяется. Так, пройди-ка подальше. Я вижу еще. Гриб редкий. Но что-то у меня практически рядом с домом их. Это старые уже. Вот они. Их здесь что-то очень много. Запах стоит такой. Довольно неприятный. Так, а в этой стороне. Так. Так. Здесь еще посмотрю. Ну, больше похож не нету. Может еще будет. Такой красавец. А эти уже старые, так, чем бы их палочку посмотреть поближе. Так, трогать не хочу, он вонючий. Ага, он уже вот здесь. Так, вот здесь отломился. Вот его яйцо. Снизу видно его. Вот оно. Вот она. Такой здоровенный. Опа. Ух. Какая радость. Тут и комары, и мухи. И он, по всему видимому, еще и комаров привлекает. Потому что тут комаров просто, блин, сгрызают. Хотя буквально 20 метров пройти, их уже мало. Такое вот яйцо, так, вот он. Уже подсохший. Давай и тут посмотри, что ли. Тут у них эти яйца интересные. Блин, я не об себе эту палочку сейчас дерану. Мне не хочется такого подвоха. Так, этот уже высохший. Яйцо высохшее. И тут что? А вот яйцо. Вот оно так. Ага. И он из него уже выпал практически. А вот свежее яйцо. Скоро раскроется. На ощупь довольно твердое. Оно завтра уже может раскрыться так. Получается. Так. Вот это что у нас такое? Да, такой гриб довольно своеобразный. Вот его поближе. Блин, вот они. Ай, облепили, а. Так, поближе. Вот его яйцо раскрытое. Вся верхняя шкурка. Снаружи. Вот так вот. А сам гриб вырвался. И вот его верхняя. То, что было на яйце. Верхняя часть. Ого! Что это там такое? А что это там такое спряталось? Так, где ты?
Ай, комары, комары. Что тут у нас поселилось? Какие-то два жучка. Что за жучки? Не вижу ни хрена. Какие-то любители мертвечины, короче говоря. Да-да-да, точно. Точно. Вот он. Вот он. Прячется. Вот он. Вот он. Фух, ёлки-палки. Вот это да. Вот это прикол. Комары тут, блин, просто сжирают. Я еще думаю, что за хрень тут их, этих комаров так много. Так. А вот еще яйцо. Это уже помягче. Это может уже вечером быть. Вот он тоже свеженькое. Можно ли посмотреть. Интересно. Блин. Жрать, сволочи. Яйцо. Так. И что самое интересное, в яйце тоже и мухи, и жуки. Но в этом, по-моему, нет. В этом нет. Вот такой здоровенный гриб. То есть вот рука рядом, да? Большой гриб. Охренеть, и практически он легко отвалился. То есть получается, в принципе, он уже все. Он уже не держится в яйце. А в яйце-то ничего и нету. Блин, и камеру поблепили даже, а. Ёлки-палки. Вот это да. Надо все ноги. Так. Вернусь-ка на тропинку поближе к вот этим. Вот они, я вчера увидел вот эти. Уж прямо рядом с тропинкой пропустить три таких интересных, красивых рыбка. Нельзя было. Яйца, они, конечно, красивее. Когда яйца еще не раскрыты. Ай, мои руки, руки. Что ж я не побрызгался. Так, сейчас я вот это яйцо вырву и вскрою.